Уважаемые друзья, прошу внимания, начинается наше сегодняшнее собрание. Внимание! Наше научное собрание, конференция и круглый стол в рамках интернет-трансляции. Прошу всех быть внимательным. Участвует около 20 городов. Около 5 городов у нас будут участвовать интерактивно, то есть возможность участвовать, задать вопросы и в обсуждении. Уникальность сегодняшнего нашего собрания заключается в том, что здесь присутствует несколько дисциплин. Все, кому важно сахарный диабет, всем, кому необходимо общение, контакт, выработка стратегии, методологии, сегодняшний день здесь собрались. И в том числе собрались в регионах. А уникальность сегодняшняя в том заключается еще, что на сегодняшний день здесь присутствует и участвует в организации и Сибирское отделение Академии медицинских наук, и Министерство здравоохранения Новосибирской области, Комитет здравоохранения города Новосибирска, Новосибирский медицинский университет, ведущие специалисты города области по офтальмологии, ведущие специалисты по диабету, терапевты, эндокринологи, диабетологи. Я думаю, что сегодняшний форум, он даст достаточно большой толчок в организации, в совместной деятельности, выработке методологии, технологии, преемственности между дисциплинами, между службами, направленной на одно, на лечение пациентов, страдающих сахарным диабетом. Я думаю, что сегодня обязательно должны родиться ряд предложений, которые помогут в организации и в дополнении формирования единых регистров, национальных регистров по сахарному диабету, городских, областных, не только с точки зрения регистрации пациента, но и в том числе внесения в электронные информационные единые базы информации о лечениях других специальностей, офтальмологов в первую очередь, я думаю, что в дальнейшем и неонатологов, и кардиологов. На сегодняшний день эти условия есть, возможности, это единая регистратура городская, где не только, я верю и надеюсь, будут приниматься решения о направлении пациента в ту либо другую предоставление медицинских услуг, но и возможность в будущем использовать единую базу данных, которую можно получать из нее, но в первую очередь внесение, организовать вопросы внесения информации в этот единый регистр. Сегодняшний день уникальный тем, что мы сегодня можем посмотреть вживую уникальные технологии, технологии, направленные на лечение самых сложных осложнений при глазных заболеваниях при сахарном диабете. Это при гемофтальме, отслойке сетчатки, окулярных разрывов, так называемая витриоретинальная хирургия. Присутствует одни из лучших хирургов страны и за рубежа. Сегодня мы сможем увидеть живую также диагностические методы исследования и лазерное лечение, лазерная хирургия сетчатки. Масштабность, я думаю, что трудно переоценить сегодняшнего события. Масштабность — это не только Новосибирск, Новосибирская область, это участвует и Сибирский федеральный округ, города и города России. Поэтому я с удовольствием хочу предоставить приветственное слово полномочному представителю президента Сибирского федерального округа Виктору Александровичу Толоконскому. Пожалуйста. Уважаемый президиум, уважаемые участники, рад вас всех приветствовать и хочу пожелать конференции успешной работы, хороших результатов, которые позволят и ученым, и врачам повысить качество своей работы. Я очень рад, что вы собрались здесь, на площадке Центра микрохирургии глаза, и я думаю, что
то, что здесь будет показано и в организационном, и в чисто медицинском плане, будет полезно для всех участников. Рад, что идет трансляция в другие регионы и Большой Сибири, и в целом нашей страны. И тоже считаю очень важным, что та проблематика, которая будет в центре вашего внимания, тот опыт, о котором будут говорить и специалисты терапевтических клиник, и центра микрохирургии глаза, я думаю, тоже будет полезен для развития этой работы во всех регионах нашей страны. Я вряд ли могу что-то пожелать вам по существу, но интуитивно чувствую, что вы будете обсуждать очень важные задачи, проблемы. Наверное, правильно, что человеческий организм, укрепление здоровья человека предполагает объединение, интеграцию усилий очень многих специалистов, специалистов очень разных направлений. Настолько сложен человеческий организм, что при любом развитии высокотехнологичной медицины, современной диагностики и лечения все равно вряд ли возможно добиться результата только в каких-то отдельных узких сферах. Нужно объединять, интегрировать усилия, и то, что вы сейчас намерены сделать, вызывает у меня большое чувство поддержки, уважения. И я сразу сейчас хочу подчеркнуть, что те рекомендации, которые конференция выработает сегодня, безусловно, будут нами самым серьезным образом изучены и обязательно реализованы и в предложениях в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации, и в адрес регионов Сибирского федерального округа. Нам очень важно, чтобы усилия ученых, врачей были объединены, и то негативное, то, что несет в себе риски, угрозы заболевания сахарным диабетом, были максимально снижены, устранены. И очень хочу еще раз пожелать вам в этом деле больших успехов. Хочу поблагодарить организаторов, всех, кто принимает участие. И надеюсь, что все это даст самые быстрые и хорошие результаты. Спасибо. Спасибо, Виктор Александрович. Разрешите предоставить слово вице-президенту Российской академии медицинских наук, председателю Сибирского отделения Академии медицинских наук, академику Автанас Любомир Иванович, пожалуйста. Дорогие коллеги, я хочу вас поздравить с началом этой замечательной конференции. И мы находимся на территории инновационного учреждения в прямом смысле этого слова. Прямая интернет-трансляция, все современно. И если вы обратили внимание на название конференции, само название очень креативно и правильно и точно. То есть это вот как бы такая метафора всей проблемы, о которой мы говорим. Проблема сахарного диабета – это чрезвычайно важная проблема. Если сегодня мы имеем порядка 3 миллионов этих пациентов, то в ближайшие годы их количество может удвоиться. И к чрезвычайно важным моментам в эффективности управление этим заболеванием является правильность и эффективность контроля углеводного обмена. И вот здесь как раз находится самый большой ресурс. Мы знаем, что по данным мировых исследований, в случае правильного контроля углеводного обмена риск осложнений можно уменьшить до 70%. Если мы начинаем смотреть национальные цифры, я не буду даже их называть, они очень плохие, и в этом плане есть что обсудить на этой конференции. Следующий момент, который чрезвычайно важен, это здоровый образ жизни и правильная ментальная установка пациентов. Вот мы только что обсуждали проблему гипертонии, тоже похожая ситуация, когда пациент вынужден пожизненно принимать те или иные лекарственные препараты. И когда не выдерживается целевая установка достижения нужного уровня артериального давления, тогда многие усилия уходят в никуда. Такая ситуация и в условиях сахарного диабета.
Поэтому чрезвычайно важный аспект, который тоже нужно обсудить на этом форуме. Ну и последний момент, который чрезвычайно важен. Мы должны понимать, что любые продвижения вперед, даже в условиях правильной реализации всех организационных мероприятий, это неизбежный и правильный альянс с серьезной и хорошей наукой. И в этом смысле все открыты к сотрудничеству, и мы понимаем, что это очень хороший, такой мощный, сильный, серьезный инновационный кластер как раз здесь, с которым нужно работать, и мы будем прилагать все усилия для широкомасштабного сотрудничества с вашим учреждением. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, наш форум значим еще тем, что у нас среди нас присутствуют директора ведущих институтов НИИ. Это Центр клинической и экспериментальной медицины Шкурупий Вячеслав Алексеевич. Давайте поприветствуем тоже директора. Это Институт лимфологии, директор, академик Коненков Михаил Осипович. И директор НИИ терапии, член-корреспондент воевода Михаил Иванович. Наша конференция «Круглый стол» проходит под эгидой Общества офтальмологов России. Разрешите мне предоставить слово руководителю всех филиалов МНТК от головной организации и ученого секретаря Общества офтальмологов России. Уважаемые друзья, участники конференции, в первую очередь я хочу передать слова приветствия от Президиума Общества офтальмологов России, которое объединяет более 13 тысяч офтальмологов. Приветствие от руководства МНТК микрохирургии глаза имени академика Федорова и пожелать успешной и плодотворной работы научному форуму. Хочу сказать, что в системе МНТК, филиалы которых находятся в крупнейших регионах, постоянно проходят индикатор того, что мы динамично развиваемся. Но конференции, которые проходят в Новосибирске, всегда находятся в поле зрения повышенного внимания. Почему? Потому что конференция всегда содержит элемент новизны, инновационный какой-то момент. Вначале это были живая хирургия, потом трансляция по интернету, когда в онлайн-режиме офтальмологи различных регионов могут задать вопросы и, в принципе, вовлечься в прямую дискуссию. И в этом смысле трудно переоценить и просветительскую, и научно-методическую роль подобных конференций в вовлечении офтальмологов на колоссальном пространстве в некий единый технологический процесс передачи научного опыта и обозначения каких-то новых направлений для дальнейших исследований. Ну и даже вот сегодня, начиная с самой программы, оформления ее, с очень интересного выражения «глазам не сладко», да, вот какой-то чувствуется во всем творческий подход. Я хочу поблагодарить всех офтальмологов, которые принимают участие в этой конференции, и сказать, что мы все отсюда уедем, безусловно, обогащенные опытом. Почему? Потому что здесь очень интересный формат конференции, междисциплинарный. Здесь можно услышать и самые последние клинические технологические разработки, услышать содержательные доклады о общебиологических базовых механизмах развития патологии, в том числе и офтальмологической. И именно вот в плоскости соприкосновения фундаментальных разработок, исследований с тем, что мы видим в клинической практике, очевидно, именно в этом формате, в этой плоскости рождаются новые идеи и служат тем стимулом, который вовлекает в этот научный поиск как представителей фундаментальной науки, так и представителей клинической практики. Я хочу выразить уверенность в том, что конференция, которая сегодня состоится, явится мощным импульсом для развития офтальмологии не только
в Западно-Сибирском регионе, но и во всей Российской Федерации. Уверен, что будут найдены и новые организационные подходы в решении проблемы борьбы с сахарным диабетом и глазными проявлениями сахарного диабета. Безусловно, будут определены новые векторы развития научного поиска. Ну и, конечно, мы ставим свидетелями классной техники хирургии при патологии, связанной с сахарным диабетом. Все это, безусловно, неоценимый багаж для наших знаний. Все это та планка, на которой мы можем еще подняться, чтобы сделать свои последующие шаги в изучении этой проблемы и выработке наших стратегических приоритетов в борьбе с ней. Еще раз большого успеха и всем интересного сегодняшнего научного форума. Спасибо. Уважаемые друзья, коллеги, мы не зря, у нас направленность инновационная, есть возможность связаться практически с любой точкой не только России, но и земного шара, поэтому у нас не составляет трудности связаться и с мэрией города Новосибирска. Я с огромным удовольствием и пожеланиями хочу предоставить возможность в качестве видеообращения приветственное слово предоставить мэру города Новосибирска Владимиру Филипповичу Городецкому. Уважаемые участники конференции, я рад приветствовать вас в Новосибирске, общепризнанном Центре медицинской науки и практики, в котором сосредоточены несколько крупных центров федерального значения. Возможно, именно поэтому местом проведения столь представительного форума стал наш город. Весомость мероприятию придает и то, что принять участие в обсуждении темы конференции «Сахарный диабет и патология органа зрения» благодаря интернет-трансляции смогут эксперты других регионов России. Сегодня сахарный диабет – одно из распространенных заболеваний. Без сомнения, его профилактика, ранняя диагностика и современные методы борьбы с этим недугом способны переломить ситуацию. Доступные и качественные услуги. Необходима медицинская поддержка людям, больным сахарным диабетом, направлены на обеспечение достойного образа жизни, долголетия. Проведение вашей конференции будет способствовать и дальнейшему развитию работы с пациентами, страдающими сахарным диабетом. Уверен, ваша конференция объединила для решения этой проблемы специалистов, являющихся высочайшими профессионалами в этой области. Желаю вам успешной и продуктивной работы.